с победой. Можешь сказать свои эмоции и впечатления о матче? Ну, спасибо большое. Прежде всего, хочу поблагодарить зрителей, которые сегодня пришли на наш стадион, поддержать команду. Даже сам не ожидал, что соберется полный стадион. Не испугались там дождя, потому что обещали прогнозу плохую погоду. В общем, спасибо им огромное. Что касается матча, настраивались на сложный матч. Если кому-то показалось, что он был простой, то это отнюдь не так. Мы долгое время смогли им забить, потом повели с минимальным счетом, потом стало 2-0. Потом долго он держался. Они могли отыграться, благодаря нашим вратарям, они не позволили, они нам помогали, конечно, очень сильно сегодня. Выполнили установку тренера, он настраивал прежде всего на оборону, на нашу игру, показали наконец-то ту игру, которую, может быть, вчера не удалось так в полной мере показать. В общем, я считаю, сегодня по всем линиям, и в обороне, и в атаке, и в самоотдаче, и во вратарской там линии тоже всем выложились. На 100%. Понятно. Завтра игра со сборной Швейцарии. Чего ждать от этого матча? От этого матча всегда люди ждут красивой игры. Много голов будет. Я уверен, что будет много голов, потому что и она, и мы играем в атакующий футбол. И против них у нас никогда не получается закрытый, то есть, грубо говоря, маленький счет. Хочу еще раз пригласить зрителей, которые сегодня пришли. Пусть еще дополнительно, может быть, кто-то новый там приходит. Мы всех рады видеть. В общем, желаю нашей команде удачи. Спасибо.